Всем привет! Сегодня буду готовить шоколадный ореховый рулет. И для этого мне понадобится печенье, какао, молоко, орехи, сливочное масло и сахар. В первую очередь в небольшую емкость я кладу половину пачки сливочного масла. Заливаю 200 грамм холодного молока. Засыпаю 5 столовых ложек сахара. И добавляем 5 столовых ложек какао. Кастрюлю ставим на самый медленный огонь и все вымешиваем до однородной массы. Содержимое ни в коем случае не должно закипеть. Шоколад готов, а мы приступаем ко второй части приготовления рулета. В миску я всыпаю 200 грамм грецких орехов и разламываю мелкими кусочками печенье, топленое молоко. Печенье перемешало с орехом, а сейчас добавляем шоколад и все хорошо вымешиваем. Тесто готово. Берем пищевую пленку и расстилаем ее вдоль стола. Накладываем на пищевую пленку печенье и формируем колбаску. Из данного количества ингредиентов получилось 4 колбаски. Сейчас их необходимо положить в холодильник на несколько часов, чтобы они остыли. После чего колбаски можно доставать и кушать. А я желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!